Всем привет, иностранцы, мои самые наилучшие пожелания. Леночка, кошечка, вкусно? Ням-ням-ням-ням, мерзи, мажери. Это кафе на заправочке. Покажу, как выглядит. Детские стульчики. И вот такой вот это именно заправочка. Миленочка кушает очень вкусное пирожное. На папу смотрит. Вот, была у фермера и купила вот такой вот ящик абрикос. В ящике 5 килограмм, но они еще добавляют туда, получается, практически 6 килограмм. И стоит вот такое удовольствие всего 6 евро. Также взяла веточки черешни. Не удивляйтесь, продаются они вместе с веточками. И сейчас объясню, для чего это био, все от фермера. И почему на веточках? Потому что можно их положить на солнышке, и они могут дозревать. И вы постепенно съедаете спелую черешню, и следующая поспевает, и вот так вот постепенно, черешенка за черешенкой, вся будет спелая. Для меня это новинка, новость, я раньше так никогда не покупала. Взяла специально попробовать, стоит ли. Покажу кусочек своего неопрятного сада. Расцвело вот такое красивое дерево у меня. Все показывать не буду, потому что и красивого мало. Сейчас здесь все травка не кошенная, стройматериалы валяются, коробочки всякие, картончики. Ну, в общем, люди переезжают. Я сегодня на обед блюдо, которое называется, я его слепила из того, что было. В общем, нашла в холодильнике довольно такой хороший кусочек лосося. Затем побросала сюда сладкий перец, тоже замороженные грибы и стручковую белую фасоль. В общем, сейчас закрою все это крышкой и буду тушить в собственном соку. Не знаю, что получится, но когда запекала в духовке, вот такого плана было очень даже вкусно. Добавила еще немножечко соуса якитори, который я использую как для мяса, так и для рыбы. И накрою крышечкой, ну не знаю, посмотрю, минут на 30 поставлю. В общем, буду готовить и показывать процесс. Если блюдо получится вкусным, то посоветую вам... Да, Миленочка, что такое? То посоветую вам его тоже приготовить. В общем, все смотрите сами. Так, прошло где-то 5 минут. И смотрите, рыбка дала сачок, ну и овощи, конечно. И все это вот так вот тушится. Не знаю, буду переворачивать или нет. Сейчас, наверное, снова накрою крышечкой и подожду еще минут, наверное, 10. А там посмотрю, если что, то переверну. Я перевернула все-таки, посыпала петрушечкой и еще с вот этого боку тоже полила ее немножечко соусом. Сейчас, думаю, еще минут 5 я ее под крышечкой протушу, и она будет готова. Вообще аромат стоит просто волшебный. Вот у меня спрашивают: Лиля, откуда ты берешь эти рецепты? Какие идеи или какие там, я не знаю, кто-то тебе говорит? Или, ну, в общем, откуда все это приходит? Вот сегодня перед вами явный пример того, как рождаются мои рецепты. Полезла в холодильник, достала кусок рыбы, посмотрела, что у меня есть. И из-за того, что духовки в этом доме уже нету, а есть только сковородка, вот так вот и родился новый рецепт приготовления лосося в собственном соку. Замечу, ни масла, ни воды, ничего я не добавляла. Рыбка протушилась в собственном соку с добавлением овощей. Если вам рецепт понравился, то можете смело готовить. Очень вот такой вот спрей, это он с дезинфекцией. Я обрабатываю им вот эту вот поверхность, ну, столешницу и детское креслице, ну, на котором кушает мой ребенок. Средство просто прелесть, без запаха, без липкости. Я раньше пользовалась салфетками, тоже вот антибактериальные, но у них вот какой-то вот, ну, все равно присутствовал запах, а некоторые салфетки даже какую-то липкость вот такую вот оставляли. И решила попробовать вот эту вот марку, она, ну не знаю, я ее никогда не покупала. У меня мыло вот такой вот марки, жидкое, с дистрибьютором, вот, что автоматически выходит. И думаю, ну если мыло такое хорошее, попробую я и средство. Средством я тоже очень довольна. Если у кого, ну тоже детки маленькие, и вы так любите чистоту, так скажем, то я очень бы рекомендовала вот эту вот штучку. И еще хотела бы сказать пару слов о ополаскивать. Это для посудомоечных машин.
это специальные ополаскиватели. Дело в том, что я одно время решила сэкономить и стала покупать средства вот такого плана, более дешевые, ну, производство вот супермаркетов. И, ну, стоят они, скажу честно, на порядок дешевле, чем вот марочные средства, такие вот как Сан, и, ну, специально они и таблетки выпускаются. И что вы думаете, на тарелках, на, вернее, на стеклянных вот этих вот стаканчиках у меня появился белый налет. Я очень расстроилась, я сейчас покажу, как выглядит это. Вот я думаю, вам видно. Видите, вместо того, чтобы вот эта миска, я ее для фарша использую, чтобы она прозрачная должна быть. И вот этот налет, он практически ничем не смывается. Я не знаю, что я буду делать с этой посудиной. Ну, в общем, таких посудин у меня несколько. Это всего лишь после, где-то месяц я пользовалась не фирменным средством, а вот обычным, но более дешевым. И вот такой кошмар у меня произошел. Так что, девочки, если хотите, чтобы посудка у вас была красивенькая, прозрачная, то покупайте лучше, пусть подороже, но средство, чтобы оно было с хорошей репутацией. А это мои шоколадные печенья, которые я ем, о которых я часто говорю, и я уже показывала, но немножечко другого плана они были. Вот здесь вот написано, они без сахара. Естественно, присутствуют натуральные сахара, которые там находятся в пшенице, там, ну, в том, из чего изготавливаются печенье и шоколад. В шоколаде использован сахарозаменитель, который, вот как вы видите, при глицемии используется, и он рекомендован. Он сзади на обратной стороне написано, что это для диабетиков и рекомендован даже врачами. Как бы, что это не просто. Ну и для людей, которые диету соблюдают, неплохая вещь, но и для людей, у которых повышенный сахар, это просто находка. Вот так вот они выглядят, показываю, как меня просили показать ближе, отличаются они, в принципе, ничем не отличаются, видите, обычное печенье, но менее сладкое, естественно, да, доченька, да, моя сладенькая, и вот такой вот сверху плиточка шоколада, очень вкусно, на десерт просто прелесть. Так, и сейчас скажу, в одном печенице находится 46 килокалорий. Ну и с наступлением лета, как известно, все мы начинаем пить водички намного больше. Я еще покупаю вот такие вот сиропчики, разные-разные. Это вот здесь сладкие, красные и лесные ягоды. Очень вкусно. И почему хочу показать? Дело в том, что стали их сейчас выпускать с вот таким вот дозатором, что очень удобно для тех, у кого маленькие детки. Ребенок играет и сам себе готовит напиток. Да, доченька моя хорошая? Он, Милена, уже видит и говорит: «Сиро, сиро». Отвечаю на вопросы и показываю. Да, кстати, вопрос-то. Сразу перехожу к теме. Вопрос был таков: есть ли у нас скидочные купоны, такие как в Америке? У меня дело в том, что очень приятно, у меня много подписчиков из Америки, которые меня смотрят, и вот от них такой вопрос поступил. Скидочных купонов, вот как показывают девочки в своих видео, у меня, ну, у нас во Франции нету, но иногда нам приходят вот такие вот купончики. Скидка, вот это наш Carrefour магазин, и скидка на 12 евро. В общем, один раз, если вы при покупке на 50 евро, вам 6 евро возвращается. Это с 25 мая действует по 6 июня. И вторые 6 евро будут действовать с 8 июня по 20 июня. Тоже 2015 года. Так что вот такие вот у нас, девчонки, купоны. Конечно, это не то, как у вас, что там надо где-то вырезать. Это кидают они в почтовый ящик, потому что вот у нас есть карта вот этого магазина. И когда там какие-то скидки, оно что-то на ту карточку там идет. Называется Бонаша. Это когда вы покупаете, и при покупке там второго продукта 30% от стоимости идет на вашу карточку. И потом в конце года вам присылают чек, который вы можете отоварить, ну, который накопительный, который с вот этих вот ваших покупочек за год накопился, и вы можете на эту сумму купить какие-то продукты. Так что вот такие вот у нас купончики. Еще вот такого плана нам приходят талончики, купончики, как их правильно назвать. Но здесь вот это у нас очень известный большой супермаркет. И вот в этой книжечке скидка на 1100 евро.
Действует она с 10 по 20 июня. Ну, здесь вот, как вы видите, 70 евро на вот эти вот таблеточки, как они, планшеты. Потом компьютеры, ну, вот такая вот. Здесь в основном как техника, телефоны, фотоаппараты, пылесосы. Вот такого плана, что вы приходите в магазин, вы выбираете вот эту вещь, предплатите, предоставляете на кассе вот этот купончик, и от вашей суммы стоимости вот этой вот вещицы отнимается там 30 евро, 60 евро в зависимости от предлагаемой, так скажем, бонусной скидочки. Вот, оно считывается вот здесь вот по коду. Мы, кстати, вот таким образом покупали очень-очень выгодно фильтры для воды. Что-то там скидка была тоже вот с такими купончиками, пришла на 60 евро. Так что вот такого плана у нас купончики получаются в Европе. Ну, во Франции в частности. Ну, и по традиции заканчиваю сегодняшнее блоговое видео нашим ужином. Сегодня это вот такой набор суши. Здесь 6 кусочков сашими лосося, 6 кусочков сашими тунца, суши, 3 суши с лососем, 3 суши с тунцом, 4 суши с креветками, ну и вот такие вот роллы макки с лососем, с тунцом, с авокадо, с сурими. Ну, вроде бы все назвала. Также вот такой вот соус васаби и имбирь. Соус, Ангеленка, хочет суши уже. 2 пакетика сладкого соевого соуса и 2 пакетика соленого соевого соуса. Ну и все, на этом я буду заканчивать, и мы пойдем ужинать. Всем приятного аппетита и большое спасибо, что провели этот день со мной. До скорых встреч, пока-пока.